Друзья, всем привет! Недавно я делал видео, в котором делал тест вот такой фрезы «Ласточкин хвост». И там, в том видео, я вам говорил, что покажу еще одну фишку, которая облегчает проход фрезой «Ласточкин хвост». Сейчас все объясню, разъясню подробно, для чего и что это все делается. Значит, смотрите, фреза на «Ласточкин хвост» это она относится к таким типам фрез, которые делают проход только за один раз. Почему? Потому что вот здесь вот этот паз «Ласточкин хвост», если мы ее поставим чуть-чуть выше или чуть-чуть ниже, то она, вот этот паз, он будет уже совершенно другой формы, абсолютно другой. Так как обычно вот этот паз «Ласточкин хвост» здесь используется как бы профиль и контрпрофиль, то есть то, что в этот «Ласточкин хвост» вставляется непосредственно уже какой-то шпунт, который тоже в форме «Ласточкиного хвоста». Вот сюда. То есть мы не можем, то есть проход идет только за один раз. Вот мы прошли, и мы не можем сделать, например, за два прохода, как это делается обычными пазовыми фрезами, которые можно, например, выбирать там по 5 миллиметров, то есть сделать один проход, другой, третий, и так выбирать, вот потихонечку углубляясь. А здесь идет только за один проход. То есть, соответственно, нагрузка на фрезу весьма и весьма высокая получается. И частенько так бывает, что отламывается вот здесь хвостовик. Значит, здесь вот в чем еще состоит момент. Значит, мощность фрезера. Но это еще не самая большая фреза «Ласточкин хвост». Бывает гораздо больше фрезы «Ласточкин хвост». И тогда уже фрезер, например, там меньше по 1,5 кВт, просто не сможет, не справится с этой фрезой. Он ее не протащит, особенно по твердой древесине, такой как дуб, например. Соответственно, значит, нужно каким-то образом облегчить ход этой фрезы. Еще один момент. В том тесте, который я вам, о котором я рассказывал, там фреза у меня, по сути дела, новая и острая, и идет она там весьма-весьма хорошо. Вот, как вы видите на видео, просто-таки как из бронспойта идут опилки. Но это связано с тем, что фреза весьма хорошо режет. Но бывают фрезы уже подтупившиеся, бывают фрезы вообще, в принципе, как бы не очень удачные для этого. И там все выглядит далеко не так радужно, как вы сейчас видите. Часто очень начинается дымиться на вот этот паз, начинаются очень сильные прижоги, фреза начинает буквально-таки раскаляться, становится черная и так далее. Идет все очень плохо. Но есть способ, с помощью которого вы сможете работать даже с какой-то вот довольно-таки подтупившейся фрезой и работать на фрезере, у которого немного мощности. Вот у меня фрезер 2 кВт, и в принципе мне это не нужно. Но тем не менее, существуют такие случаи, когда то, что я вам сейчас покажу, очень-очень важно. Здесь уже сами смотрите, исходя из того, какой мощностью у вас фрезер, и какая у вас фреза, и какую древесину вы фрезеруете. Если, конечно, очень большая фреза, и фрезер не очень мощный, и фрезеруете твердую древесину, то я вам настоятельно рекомендую использовать тот способ, который я вам сейчас покажу. А идея здесь состоит в том, что сначала нужно протарить дорожку для вот такой фрезы, «Ласточкин хвост», самой обыкновенной пазовой фрезой. Потому что самой обыкновенной пазовой фрезой мы можем пройти хоть два, хоть три прохода. И таким образом выбрать уже дополнительную древесину, облегчив ход фрезе «Ласточкин хвост». То есть она будет снимать «Ласточкин хвост» уже намного меньше древесины за тот вот свой единственный проход, который она будет делать. Но здесь следует учитывать один момент. Я вот здесь нарисовал, как вы видите, то есть диаметр фрезы, рабочая часть, должна быть меньше, чем самая узкая часть вот этого паза «Ласточкин хвост». Я думаю, вот на этой картинке это хорошо видно. Ну, обычно в таких случаях используются фрезы либо 8 мм, либо 10 мм. Тут все будет зависеть от того, какая фреза «Ласточкин хвост». Вот у меня здесь фреза 8 мм. Как видите, она как раз-таки эти условия не нарушает. То есть я вот сейчас пройду вот так, и потом следующим шагом я пройду «Ласточкин хвост». Ну и теперь давайте посмотрим, как это все практически выглядит. Главное здесь два условия вот эти соблюдать, которые я вам показал. Значит, вот этот диаметр должен быть меньше, вот здесь, чем вот здесь диаметр пазовой фрезы. И сама пазовая фреза прямая не должна вылезать за размер фрезы «Ласточкин хвост», который мы будем делать. Ну а после этого просто берем и фрезеруем.
Вот получился такой паз. И теперь, как вы понимаете, фрезе «Ласточкин хвост» будет гораздо легче здесь проходить. Просто потому, что ей придется гораздо меньше материала вынимать, снимать. Можно сделать за два прохода. Теперь, после того, как мы, например, нужно там нам сделать 20 деталей вот таких, мы прошли 20 раз по пазовой фрезе, и после этого переустанавливаем фрезу уже на «Ласточкин хвост» на финальный проход. Так, ну и теперь я установил сюда фрезу «Ласточкин хвост» и делаю ей финальный и, соответственно, чистовой единственный проход. Так, давайте посмотрим, какого качества получился паз. Как видите, качество весьма высокое, никаких прижогов. Все условия соблюдены, и на входе, и на выходе хорошая геометрия здесь. То есть все очень хорошо получилось. И сам паз очень чистый, и ровный, и аккуратный получился. Вот такой получился паз. Идет очень легко, потому что по проторенной дорожке всегда идти, сами понимаете, намного легче. И вот если вы не уверены в своей фрезе, не уверены в своем фрезере, и вообще делаете подобные операции впервые, я все-таки рекомендую использовать вначале пазовую фрезу. Так вы гарантированно не сломаете вот фрезу «Ласточкин хвост». Даже рекомендую этот первый паз, который я сделал, сделать за два прохода. Там у меня было 13 мм, но сделать 7 и 6 мм. Два прохода пазовой фрезой прямой, и потом уже сделать финальный проход «Ласточкин хвост». Есть еще один способ, который, на мой взгляд, даже еще более простой, чем облегчение. Есть еще один способ, который, на мой взгляд, даже более простой, чем работать на фрезерном столе, потому что там она требует перестройки. Мы можем использовать для создания вот этого первоначального паза обыкновенную циркулярную пилу. Дело в том, что если мы будем использовать вначале пазовую фрезу, потом ласточкин хвост, у нас получится, что станок придется опять-таки разбирать, перестраивать, все настройки сбивать. Здесь же мы устанавливаем ласточкин хвост, так как нам нужно, настраиваем отдельно стационарную циркулярную пилу и делаем уже пазы на ней. Все, вот у нас получился паз, и теперь уже идем и делаем на фрезерном столе паз «Ласточкин хвост». Ну, делать я не буду, я думаю, принцип вы и так прекрасно понимаете. Я думаю, что такой способ даже более интересный и перспективный, чем способ с пазовой фрезой. И тогда вообще никаких проблем не будет, даже с довольно-таки маломощным фрезером и с довольно-таки плохой и туповатой фрезой, но фрезами, конечно, надо пользоваться всегда острыми. Вот такой прием вам сегодня показал. Всем спасибо за внимание.